Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Южная. The next station is Южная. Проезд метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Поезд следует до станции Владыкино. Следующая станция Чертановская. The next station is Чертановская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Поезд следует до станции Владыкино. Проезд метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках.
Возможно, двери закрываются. Следующая станция – Севастопольская. The next station is Севастопольская. Поезд следует до станции Владыкино. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Нахимовский проспект. The next station is Нахимовский проспект. Поезд следует до станции Владыкино. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Нагорная. The next station is Нагорная. Проезд в метро и на ЛЦК возможен только в маске и перчатках. Поезд следует до станции Владыкино. Thank you.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Нагатинская. The next station is Нагатинская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Поезд следует до станции Владыкино. Московского центрального кольца. Выход к железнодорожной платформе Нагатинская. This is Nagatinskaya. Change here for Verkhnie Kotly station of Moscow Central Circle. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Поезд следует до станции Владыкино.
железнодорожной платформе Тульская. This is Tulsa. О подозрительных предметах сообщайте машинисту.